для подкормки растения в качестве удобрения, питание и повышение урожайности растения достигается за счет зольных веществ, в том числе натрия, входящих в состав соды. Для защиты от болезней и вредителей, благодаря бактерицидному и противогрибковому действию, порошок соды эффективен в борьбе с гусеницами, клещами, осами, а также распространенными болезнями винограда, мучнистой росой, серой гнилью и другими грибковыми поражениями. Для сахаристости при регулярном применении бикарбонат натрия делает виноград более сладким. Это происходит благодаря мощному ощелачивающему действию и понижению кислотности не только почвы, но и плодов. Для ускорения созревания ягоды созревают быстрее, если растения обрабатывали содовым раствором в период формирования побегов и на начальном этапе созревания. Такой эффект обусловлен богатством состава минеральных веществ, натрий, селен и другие. YouTube-канал «Дачный сектор» желает вам богатых урожаев. В борьбе с сорняками раствор соды, которым обрабатывают почву, оказывает ощелачивающее действие, что подавляет рост сорняков вокруг посадок винограда. Для омоложения лозы благодаря содержанию селена при регулярном использовании средства оказывает на растение омолаживающее действие. Для нейтрализации кислотности раствор натрия двууглекислого, приготовленный с соблюдением всех пропорций, снижает кислотность почвы, ощелачивая ее. Главное не переборщить с дозировкой. В противном случае территория может стать непригодной для выращивания садовых культур. Обработку предпочтительно проводить в июне-июле. В августе эта процедура уже бессмысленна. Но опрыскивают виноград еще в мае, что является отличной профилактикой от сорняков и многих вредителей. Чистым содовым раствором лозу можно опрыскивать при росте побегов, до и после цветения, а также в период формирования гроздей. В качестве профилактики процедуру следует проводить один раз в неделю, в сухую погоду, желательно ранним утром или после захода солнца. Классический рецепт приготовления содового раствора: 5 столовых ложек пищевой соды и ведро воды комнатной температуры, полученный состав тщательно перемешивают и опрыскивают растения из пульверизатора.